полезно управлять. То есть получать прибыль от сдачи в аренду, например. Коммерческий проект или все же он более социальный? А это называется импакт инвестирования. То есть здесь несколько целей. Здесь прибыль не является целью, здесь не будут какие-то миллионные прибыли. Да, прибыль будет, люди будут собственниками этого дома, со-собственниками, да. Они будут получать прибыль от управления этой недвижимостью. Но здесь будет решаться глобальная, скажем, цель. Мы сохраним то, что должны, по сути, сохранить для наступных поколений. Нужны эти специалисты, потому что я финансист, экономист. Смотрите, видите, здесь экономист. Может, кому-то надо будет. Юридическая база под это сделана. Это не ИСИ, это не боевые фонды, не акционерное общество. То есть это все очень просто, элементарно и, скажем, интересно управлено. Отлично. Так, значит, я пишу вам модель, да? То есть модель вы завтра вы четко, чтобы модель была понятна. Это заработок или это социально, или где заработок? Ну, все вместе, чтобы это было всем понятно. Хорошо? Как минимум от вас такая модель, если даже не найдете программист. Все, договорились. Так, вы идете.